Nambalingi sama kungam sa. Da tiri kendo malam chimyo ki ni ngabad chagi gare. Da tiri lingi soda nyamdo sunya ki sien duen di chimyo ngadze ki sungdo ta chamye de meri. Сегодня пятый день вознесения благопожеланий для устранения невзгод. И сегодня мы будем все вместе читать Дарани, сути безграничной жизни и мудрости, а также благопожелания о рождении в Сукхавати, кармы Чагме. Дарани безграничной жизни и мудрости – это один из текстов, который ассоциируется с Буддой Амитайусом и содержится в тибетском Кангюре. Будда Амитаюс – это один из наиболее известных Будд, среди всех, кто упоминается в сутрах Махаяны. В традиции чистых земель в китайском буддизме Будда Амитабха является главной практикой. Практику Амитабхи легко исполнять, и она несет великие благословения. Поэтому она стала такой известной. Амитабха, возможно, единственный Будда в традиции Махаяны, кому посвящена отдельная линия практики. Я не думаю, что есть еще другая подобная этой линии. Хотя и в тибетской традиции нет отдельной традиции, посвященной практике чистых земель, есть множество учений и практик Амитабы, которые принадлежат Кангюру, а также к учениям сокрытых сокровищ Дхарма и традиции чистых видений. Среди них все почитают как наиболее авторитетные сутры Дарани Амитаюса, содержащиеся в Кангюре. Дарани сути безграничной жизни и мудрости принадлежит классу тантр. В сутре качеств земли Манджушри говорится, все дармы зависят от условий, и они основываются на благопожелании. Какие пожелания будут вознесены, такие и результаты будут достигнуты. Удивительная восхитительная земля Сукхавати возникла благодаря благопожеланиям Будды Амитабы. Поэтому нам также следует в нашей повседневной жизни зарождать намерение помогать другим, зарождать чистую мотивацию, заботиться об окружающей среде и животных. Если мы будем поступать так, то мы сможем создать маленькую Сукхавати вокруг самих себя. В эти дни мы сталкиваемся с серьезными опасными кризисами окружающей среды, такими как изменение климата. Ученые видят это и ведут нас за руку, чтобы показать то, что происходит. Однако, если нам не хватает мотивации и смелости изменить что-либо, то это не принесет блага для нынешней ситуации. Мы можем думать, что мы разрушим эту землю и тогда отправимся в другое приятное место. Но я не думаю, что закон причины и следствия работают таким образом. Эта земля не принадлежит лишь нашему поколению, и она не принадлежит лишь людям. Мы можем либо превратить эту землю в чистую землю, чистую сферу для будущих поколений и других существ, или же превратить ее в ад. Все это в наших руках прямо сейчас. Поэтому нам всем следует делать то, что сделал Амитабха
вознес обширное благопожелание для блага существ, зародить сильную устремленность и стремиться помогать другим. Я думаю, что это и есть самый главный смысл учения Будды Амитабхи. И сейчас прошу, присоединитесь ко мне в чтении Дарани «Сути безграничной жизни и мудрости» и молитвы о рождении в Сукхавати Карма Чагме с чистой мотивацией принести благо всем существам. Дарани «Сути безграничной жизни и мудрости». Ингаргеду Ария Апаримита Аюрнгян Хриндая Намадхарани Пегеду Баба Седай Сипаду Меве Нимбу Сесаре Сангела Жанжу Сэмба Тамзела Шазелу Диге Даге Деба Тижин Тумбенде Хангаде Корве Зимбюн Джамна Гелон. Так я слышал однажды. Благословенный сидел на берегу пруда возле реки Ганг вместе с большой монашеской сангой из 500 монахов и большой сангой Бодхисат. Благословенный обратился к монахам, и они стали слушать благословенного со всей внимательностью. Благословенный сказал им: «Совершенный Будда Татагата Апаримитайс живет на запад отсюда, земля Сукхавати. Те, кто произносит его имя, переродятся там. В момент смерти они увидят учителя вместе с его монашеской сангой. Там нет женщин, нет рождения из чрева. Существа, наделенные великой чудесной силой, рождаются там из лотосов, состоящих из драгоценностей. Пища, одежда, лекарства, монашеские деяния, постельные принадлежности и чаши для сбора подаяний мгновенно появляются, стоит лишь кому-то вспомнить о них. Будды, пребывающие в 10 сторонах света, возносят хвалу Сукхавати. Поскольку Будда невообразим, немыслимо также и дхарма Будды, благородная санга также непостижима. Когда кто-то верит в то, что немыслимо, созревший плод будет также немыслим, он переродится в чистой земле. Монахи, дворец Татагата, Архата, совершенного Будды Апаримитайса, под названием «Наделенный свитой» 10 тысяч лиг в ширину. Он родился в семье кшатри. Монахи, отец Татагаты Архата Совершенного Будды Амитариуса, вселенский правитель по имени Высший Благостный, а его мать зовут Блистательной. Его царевна из рода кшатриев зовется Благой Защитницей. Монахи, сын Татагаты Апаримитайса зовется лунным светом, а помощник незапятнанной славой. Монахи, ученик Татагаты Апаримитайса, первейший в обретении мудрости, зовется Благой Вершиной. Его ученик, первейший в обретении чудесных сил и усердия, зовется Великим Собранием. Монахи, Мара Татагаты Апаримитайса зовется Владыкой Подношений, а его Девадата – Ясностью. Монахи, Великая Санга Шраваков Татагаты Апаримитайса насчитывает 6 тысяч великих шраваков. Монахи, все существа, кто превосходно думает о нем, должны помнить имя Татагаты Апаримитайса. Упражняться без отвлечения на протяжении 10 дней памятования этого Будды и постоянно думать о Татагате Апаримитайсе, пребывающем в земле Сукхавати. Им также следует постоянно читать Дарани, владыка славного звучания барабана бессмертия. Если все существа трижды на протяжении дня и трижды на протяжении ночи поклонятся Татагате Апаримитайсу, так что их 5 частей тела коснутся земли, при этом думая о нем, то через 10 дней они увидят Татагату Апаримитайсу всех благословенных Будд, пребывающих в 10 сторонах света.
Если они посвятят все свои корни добродетели и рождению в земле Сукхавати, в момент смерти Татагата Паримитайус появится перед ними, и они перерезут его в чистой земле. Монахи, Дараня, владыка славного возвращения барабана бессмертия, такова. Тадета Шавале, Авале, Самаджале, Нирдаши, Нирджате, Амирте, Нирукте, Аюру, Нирмукхе, Джвала, Паричедани, Сукхавати, Нирдеши, Амрите, Нирбудхи, Аюру, Акаша, Гарба, Нирджате, Нирхани, Акаша, Амрите, Нирдеши, Аю, Акаша, Расадани, Нирбуди, Акаша, Нирджате, Акаша, Акаша, Нирдеши, Акаша, Ниркушале, Акаша, Нирдаршане, Акаша, Адиштане, Прасадани, Сукхавати, Адиштане, Рупа, Нирдеши, Чатвари, Марга, Чатвари, Дарма, Прасадане, Чатвари, Арья, Сатья, Прасадане, Дхарма, Чедане, Чатвари, Марга, Бхавана, Прасадане, Кушала, Прадиштане, Вирья, Прасадане, Дарма, Чедане, Кушале, Кушала, Нирдаши, Кушала, Прадиштане, Будда, Кушале, Шуда, Прабхасаса, Дхарма, Каране, Нарчати, Нирбудхе, Вимале, Вираджи, Раджасе, Расагре, Расагра, Суданта, Бала, Адиштате, Супрадиштате, Суле, Пратикуле, Пикуле, Дхарме, Данте, Суданта, Чите, Супрашанта, Чите, Супрадиштате, Суле, Сумукхи, Дхарме, Чадхарме, Бале, Че, Бале, Ануша, Абале, Будха, Акаша, Гунне, Будха, Акаша, Ниргуне, Амрита, Дундубхи, Сваре, Сваха, Нирджате, Нирукте, Нирмукте, Джвала, Паричедане, Шавале, Авале, Самаджале, Нирдеше, Нирджате, Нирукте, Нирмукхе, Джвала, Паричедани, Сукхавати, Нирдеше, Амрите, Аюр, Гарбха, Нирхани, Нирджите, Амрите, Аю, Прасадани, Нирбудхи, Акаша, Нирдаша, Акаша, Нирджате, Акаша, Нирдеши, Акаша, Ниркушале, Акаша, Нирдаршане, Акаша, Адиштане, Прасадани, Сукхавати, Чатвари, Адиштане, Арья, Сатья, Рупа, Нирдеши, Чатвари, Марга, Дхарма, Прасадане, Чатвари, Арья, Сатья, Прасадане, Чатвари, Марга, Бхавана, Прасадане, Кушала, Бала, Дирья, Прасадане, Дхарма Чедане, Кушале, Кушала, Нирдеши, Кушала, Пратиштане, Будда, Кушале, Вишуда, Прабхаса, Дхарма Каране, Нирджати, Нирбудхе, Вимале, Вираджи, Рачасе, Расагре,
Расагра бала, расагра адиштите, куле, пратикуле, дикуле, сумаки, данте, суданта чите, супрашанта чите, супратиштите, суле, сумуки, дхарме, чатарме, бала чабале, ануша абале, будда акаша гуне, будда акаша ниргуне, амрита дундубихи, сваре сваха. Гелонда, тебе жиге бом, жиге бомо, калала, симе, аджи гебо, сечаве сум, диги демба, тесинду, кадюн сева, ти, кузама, гуди. Монахи, преданным сыновьям и дочерям благородной семьи, читающим эту дарни, владыка славного звучания барабана бессмертия, так как она была разъяснена, следует облачиться в чистой одежде и в чистом незагрязненном месте совершить подношение цветов и ароматов Татагатия Паримитаясу. Следует представить лотосовое сидение в месте обретения просветления и совершенное дерево Бодхи и зародить устремление оказаться там. Если у них есть такое сильное устремление и вера, они переродятся в чистой земле Татагаты Апаримитаясу. Монахи, царь деревьев Татагаты Апаримитаясу, это древо под названием «Сияющий драгоценный лотос». Оно покрыто цветами и фруктами. Его чистое, яркое, изысканное лотосовое сидение зовется блистательный луч света. Татагата Апаримитаясу восседает там, окруженный множеством драгоценностей. Справа от него Бадхисаттва Авалокитешвара, слева могущественная Ваджрабхани. Их окружает несметное собрание Бадхисаттв. Преданные сыновья и дочери благородной семьи, наделенные устремленностью, верой и почтением, родятся там. Они примут чудесное рождение в больших лотосах, состоящих из драгоценностей и возвышающихся на великой золотой основе. Монахи, любой монах, монахиня, практикующий мирянин или мирянка, кто помнит имя Татагаты Апаримитаясу, никогда не встретится с угрозой огня, никогда не встретится с угрозой воды, никогда не встретится с угрозой ядов, никогда не встретится с угрозой оружия, никогда не встретится с угрозой якши и никогда не встретится с угрозой ракшасов, за исключением тех, что возникают в силу созревания прошлых деяний. Когда благословенный промолвил эти слова, монахи, все окружение, весь мир, с его богами, людьми, асурами и гандарами, возрадовались и восславили то, что поведал благословенным. На этом завершается благородное дарование суть безграничной жизни и мудрости. Гуме дунге гюба намге гюба санге сева мяла чазело. Продолжаем. Амитаясь, привезший проводник мира, Чеслава побеждает несвоевременную смерть, которую прибежище всем беззащитным существам в плане Спуди Амитаясу. Ум намо бхагавате апаримита аюджняна сувинишчита течо раджая татагатая архаде самьяк самбудхая тадьята ум пуне пуне маха пуне апаримита пуне апаримита пуне джняна самбарупа чите ум сарва самскара парижута тармате гагана самунгате свабхава чуте маханая париваре сваха. Повторяем. Ум намо бхагавате апаримита аюджняна сувинишчита течо раджая татагатая архаде самбудхая тадьята ум пуне пуне маха пуне апаримита пуне апаримита пуне джняна самбарупа чите ум сарва самскара парижута тармате гагана самунгате свабхава чуте маханая париваре сваха.
Jinbe do ge sangge yangda ba mi singge jinbe do do de ningji jingge chonggirin joba jinbe do ge zhane zhabra yu sujim do ge sangge yangda ba mi singge sujim do do Будда возвышается, как для среди людей, постигнув силу щедрости. Когда он вступает в град сострадательных, раздается звучание силы щедрости. Будда возвышается, как лев среди людей, постигнув силу дисциплины. Когда он вступает в град сострадательных, раздается звучание силы дисциплины. Будда возвышается, как лев среди людей, постигнув силу терпения. Когда он вступает в град сострадательных, раздается звучание силы терпения. Будда возвышается, как лев среди людей, постигнув силу усердия. Когда он вступает в град сострадательных, раздается звучание силы усердия. Будда возвышается, как лев среди людей, постигнув силу сосредоточения. Когда он вступает в град сострадательных, раздается звучание силы сосредоточения. Будда возвышается, как лев среди людей, постигнув силу мудрости. Когда он вступает в град сострадательных, раздается звучание силы мудрости. Молитва о перерождении в земле Сукхавати. Мао. Отсюда в направлении заходящего солнца, минуя бесчисленные миры, чуть выше нашего мира простирается чистая земля Сукхавати. Хоть я не способен увидеть ее с помощью зрения, я ясно представляю ее в своем уме. Там пребывает Бхагаван Амитабха. Его тело цвета рубина сияет великолепно. Он отмечен 32 знаками и 80 признаками, такими как ушниша на голове и колеса на подошвах стоп. У него один лек и две руки. Мудрый медитацией он держит чашу для подаяния. Он облачен в три одеяния дармы, восседает в важной позе на троне тысячелепестковом лотосе лунном диске, прислоняясь к дереву Бодхи. Справа от него Бодхисаттва Авалокитешвара. Он белого цвета, в левой руке держит белый лотос. Слева Бодхисаттва Ваджрапани, он синего цвета, в левой руке держит лотос, отмеченный важен. Правые руки обоя Бодхисаттва обращены ко мне, мудрое дарование защиты. Эти три главные божества восседают подобно горе миру, сияющей лучезарно, и окружают миллионы бодхисаттв бхикшу. Все они золотистого цвета, украшены знаками и признаками, и облачены в три одеяния дхармы. Вся земля озарена золотым сиянием. Не имеет значения, далеко или близко молящийся с верой и с почтением кланяющим телом речью умом. Дармакая Амитабха, владыка семейства, из лучей сияющих из твоей правой руки появляется Авалокитешвара, а из него еще миллиард вторичных эманаций Авалокитешвара. Из лучей сияющих из твоей левой руки появляется Тара, а из нее еще миллиард вторичных эманаций Тара. Из лучей сияющих из твоего сердца появляется Гуру Падмакара, а из него еще миллиард вторичных эманаций Гуру Падмакара. Простираясь перед Дармакая Амитабха, Будда, ты всегда с любовью взираешь на существа все шесть времен дня и ночи. Ты всегда знаешь, какие мысли возникают во мне каждого существа. Ты всегда отчетливо слышишь каждое слово, что они произносят, растираясь перед следующим Амитабхой. Сказано, что кроме отверших дармы и совершивших пять тягчайших задеяний, для всех, кто верит в тебя и возносит пожелания перерождения в Сукхавати, эти пожелания исполнятся, и пристанешь перед ними в Бордо и сопроводишь свою обитель, растираясь перед проводником Амитабхой. Сказано, что на протяжении твоего срока жизни равно бесчисленным кальбам. Пока ты не уйдешь в нирвану, пребываешь здесь. Все, кто молится тебе с нерушимой преданностью, кроме тех, чья карма достигла созревания, произошло до 100 лет. Даже если их жизнь подошла к концу, ты превратишь преждевременную смерть. Растираясь перед защитником Амитайсом. Сказано, что если услышав имя Амитабхи страны Сукхавати с верой сложим ладони, то заслуга от этого произойдет заслуга от братьев и щедрости. Даже если поднесем бесчисленные миллиарды миров полной драгоценности и с преданностью, простираясь перед Амитабхой. Всякий, кто, услышав имя Амитабхи, хоть раз зародит искреннюю веру с глубины сердца, уже не сойдет с пути ведущего к пробуждению, простираясь перед защитником Амитабхи. Услышав имя Амитабхи до тех пор, пока не обретет пробуждение, он не родится женщиной, будет принадлежать благородным силам. В каждом рождении его нравственность будет безупречной. Простираясь перед Сугатой Амитабхой.
Я подношу свое тело, имущество, а также корни добродетели. Все подношения, материальные, созданные умом, благоприятные субстанции, символы счастья, семь видов драгоценностей, существующие с безначальных времен миллиарды миров, состоящие из четырех континентов, горы, меры, солнце и луну, все богатство богов, людей и нагов. Все это представил мне, подношу Будде Амитабха. Прошу, прими их состраданием ради моего блага. Признаюсь и раскаиваюсь во всех проступках, что я и все существа, мои родители, совершали с безначальных времен до настоящего момента, а именно в убийстве, воровстве, прелюбодеянии. Признаюсь и раскаиваюсь в трех неблагих деяниях тела. В лжи, клевете, злословие, пустословие. Признаюсь и раскаюсь в четырех неблагих деяниях речи. В жадности, злобе, ложных воззрениях. Признаюсь и раскаюсь в трех неблагих деяниях ума. В убийстве собственного отца, матери, учителя, Арахата, в злонамеренном пролитии крови Будды. Признаюсь и раскаюсь в пяти тяжчайших злодеяниях. В убийстве бикшу, шраманеры, соблазнение монахини, разрушение изображений, ступ храмов. Признаюсь и раскаюсь в деяниях близких пяти тягчайших. В том, что клялся тремя драгоценностями, храмами, текстами, тремя опорами и клятву нарушал. Признаюсь и раскаюсь в отказе от дармы. Злодеяние, что страшнее убийство всех существ трех миров, оскорбление бодхисаттв. Признаюсь и раскаюсь во всех этих бессмысленных негативных поступках. Полагать, что польза от заслуг и вред от неблагих деяний, продолжительной жизни и страдания в водах – это пустая болтовня и неправда. Ужаснее, чем пять тягчайших поступков. Признаюсь и раскаиваюсь во всех злодеяниях, от которых трудно очиститься, четырех тяжких нарушениях и 13 значительных проступков. Признаюсь и раскаиваюсь в пяти видах нарушений. Нарушение обетов индивидуального освобождения, в четырех негативных деяниях, нарушение пяти и восьми обетов. Признаюсь и раскаиваюсь в нарушении обета бодхисаттв, 14 коренных падений, 8 второстепенных падений ваджраян. Признаюсь и раскаиваюсь в нарушении самой тайной мантры. В тех неблагих деяниях, что я совершала, пусть не принимая обеты, как-то неправильное сексуальное поведение и употребление алкоголя в детстве, что являются неблагими по своей природе. Признаюсь и раскаиваюсь в невольных злодеяниях, хотя принимал обеты, прибежище и посвящение. Признаюсь и раскаиваюсь в нарушении обязательств за незнание того, как держать обеты и самая, и того, что они влекут за собой. Признание без сожаления не может очистить нарушение, и раскаиваюсь во всех содеянных злодеяниях с великим стыдом, страхом и сожалением, словно принял яд. Признание без решимости не совершать нарушений впредь не может их очистить. Поэтому я обещаю отныне не совершать неблагих деяний даже ценой своей жизни. Будда Амитабха и Бодхисаттва, даруйте благословение, чтобы мой ум полностью очистился. Сказано, что если услышав о добродетелях других, искренне возрадуешься, безо всяких недобродетельных и завистливых мыслей, то обретешь заслугу, равную тем, кто их совершил. И потому я сорадуюсь всему благому, что совершают арии обычные существа. Сорадуюсь, когда они зарождают бодхичитту и приносят благо существам. Радуюсь, когда, отбросив 10 злодеяний, вершат 10 добродетелей, спасают жизнь, практикуют даяние, соблюдают обеты, говорят правду, примиряют врагов, говорят вежливо и прямо, говорят о том, что имеет смысл, сдерживают желание, взращивают любовь и сострадание, практикуют дарму. Сорадуюсь всем этим 10 добродетелям. Все те, кто недавно обрел пробуждение в любом из миров, умоляют во всех миллиардах миров десяти направлений. Скорее поверните колесо глубокой дармы. Прошу от всего сердца с мудростью позаботьтесь о благе существ. Будда, Бодхисаттва, держатель учения, все, кто хочет уйти в нирвану, прошу вас не выходить, а пребывать здесь. Посвящаю эту заслугу и всю заслугу, накопленную в трех временах на благо всех существ. Все они быстро достигнут непрезойденного пробуждения, и тогда самсара постигнет и самим глубин. Пусть эта заслуга быстро созреет во мне. Пусть в этой жизни меня минует 18 видов преждевременной смерти. Пусть обретет силу здоровья молодости. Пусть мое богатство будет неистощимым, подобно Гангу летом. Пусть невидимое влияние мор и врагов я практикую дарму. Все мои желания исполнятся в согласии с дармой моими намерениями. Пусть принесу огромную пользу дарме и существам, пусть человеческое рождение наполнится смыслом. Пусть я и все, кто со мной связан, сразу как уйдем из этой жизни, вовсе увидим перед собой Будда Амитабху в окружении Сангхи и Бодхисаттв. Видев их, пусть мы испытаем радость, пусть мы не испытаем мучения смерти, пусть 8 Бодхисаттв чудесным образом проявятся в пространстве, пусть они укажут нам путь и пойдут в Сукхавати. Страдания низших уделов нестерпимы, наслаждение богов и людей непостоянно, не испытая страх перед ним. С изначальных времен и по сей день длится самсара. Пусть это повергнет меня в печаль.
Даже если вновь и вновь буду рождаться человеком, буду многократно переживать рождение, старость, болезнь и смерть. В эпоху упадка, когда так много препятствий, наслаждение богов и людей, подобной пище, отравленной ядом, пусть у меня не будет ни капли лечения к счастью самсары. Родственники, пища, друзья, богатства непостоянны, подобные миражу или сна. Пусть у меня ни на мгновение не возникнет привязанности к ним. Страна, город, дом, семья, да, осознаю я их иллюзионность. Пусть как преступник, сбежавший из темницы, вырвался из океана самсары, из которого так трудно освободиться. Пусть стремлюсь в чистую землю Сакхавати, не оглядываясь назад. Пусть отсеку всякое цепляние и привязанность, как коршун, выпущенный из сурков, и лечу по небу на запад. Одно мгновение пересеку бесчисленные миры и достигну земли Сакхавати. Когда увижу ли Камитабы, пребывающего там, пусть все мое обращение очистится. Лучшее из четырех рождений — мгновенное рождение в цветке лотоса. Да обрету я такое рождение. Пусть мое тело вмиг обретет совершенную форму, отмеченную знаками и признаками. Из-за сомнений в том, смогу ли там родиться, в течение 500 лет буду находиться внутри цветка лотоса, наслаждаясь счастьем и покоем, и буду слышать речи Будды, но поскольку бутон цветка будет закрыт, долгое время не смогу увидеть его лик. Пусть же не будет во мне таких сомнений. Пусть сразу после рождения мой цветок раскроется, и я вижу лик Амитабу. Пусть благодаря силе заслуг волшебному образу в моих ладонях появится превосходящее воображение облака подношения. Пусть поднесу я их Будде и его окружение. Пусть тогда Татагата протянет свою правую руку и возложит ее на мою голову. Пусть получу пророчество о своем пробуждении. Пусть, когда услышу глубокое обширное учение, мой ум достигнет зрелости и освобождения. Пусть меня благословят и заботятся обо мне двое главных бодхисаттвы, Вальгакеша и Ваджрапани. Каждый день Будда и бодхисаттвы десяти направлений собираются, чтобы совершить подношение Амитабы и взглянуть на его землю. Пусть в это время я выкажу почтение, отведаю нектар дармы. Пусть благодаря волшебным силам, что не ведут преград, отправлю землю Абирати, Думатала, Карма, Парипурана, Ратнакута и Аканишта. Пусть путешествуют туда каждое утро, и получая посвящение благословения обета, Такшобира, Насамбаву, Амагасиви, Вайрачаны и других Будд. Совершив множество подношений, вечером без труда возвращаясь к Хавати. Пусть Потали, Аллакавати, Чамарадвипи и Удияни, миллиарды земель Нирманакаи, встречу с миллиардом эманаций, Авалокитеш, Варатара, Ваджрапани и Падмакары. Пусть сделаю им океан подношения, получу посвящение, глубокие наставления, а затем быстро и беспрепятственно вернусь в свою обитель Сукхавати. Пусть божественным оком увижу своих живущих родственников, монахов и учеников. Пусть оберегаю и благословляю их, в момент смерти поведу в чистую землю. Продолжительность этой благой кальпы равна одному дню Сукхавати. Пусть не умираю в течение несчастливой кальпы, я навсегда задержусь в этой чистой земле. Пусть когда от Майтрея до Рочины все Будды этой благой кальпы будут появляться в этом мире, я появлюсь здесь с помощью чудесных сил. Пусть я совершу им подношение, услышу истинную дарму и беспрепятственно вернусь в землю Сукхавати. Все многообразие качеств 81 земли, сотен тысяч миллиардов будут воплощены в одной Сукхавати, что превосходит все остальные. Пусть обрету рождение в этой земле блаженства. Ее драгоценная почва гладкая, как ладонь, широкая и просторная, она ярко сияет лучами света. Она мягко и прогибается, когда по ней ступаешь. Обрету рождение в этой приятной просторной земле. Там есть исполняющее желание дерева из множества драгоценностей, украшенное шелковыми листьями и драгоценными фруктами. На нем стоит птиц с сладкими голосами и поют слова глубокой обширной дармы. Да обрету я рождение в этой чудесной земле. Там реки, наполненные благоуханной водой, обладающей восемью качествами, так же, как и купальни, наполненные амритой. Они окружены берегами семи видов драгоценностей. В их водах благоуханные лотосы приносят превосходные плоды. Лотосы сияют бесчисленными лучами света, и кончик каждого луча украшен эманацией Будды. Я обрету рождение в этой прекрасной стране. Там неизвестны такие слова, как «восемь несвободных состояний и низшие миры». Никто там не услышит, никогда там не услышишь о клешах, пяти, трех, ядах, болезнях, злых духах, врагах, нищете, распрях и всех иных страданий. Да обрету я рождение в земле великого блаженства. Там нет половых различий, нет рождения из чрева. Все рождаются из цветков лотоса. У всех одинаковые тела золотистого цвета, украшенные знаками и признаками, такими как ушниши и прочие. Все обладают пятью видами ясновидения и пятью видами божественного зрения. Да обрету я рождение в земле несчастливых достоинств. В самозникших дворцах и драгоценностей все желаемое появляется, стоит о нем лишь подумать. Не нужно прилагать усилий, все, что необходимо, возникает спонтанно. Там нет разделения на «я» и «ты», нет цепляния за «я». Облака подношений, как только того пожелаешь, возникают прямо на ладони.
там все следует непревзойденной дарме Махаяны. Да обретет рождение в земле все проникающие радости и счастья. Ароматный ветер приносит дожди и цветов. Все деревья, реки и лотосы непрерывно радуют великолепными формами, принося приятные на вид слух, запах, вкус и ощущение облака подношения. Там нет обычных женщин, зато множество богинь все время совершают подношения. Хочешь отдохнуть, чудесным образом возникает драгоценный дворец. Хочешь прилечь, возникнет драгоценная ложа с покрывалами, подушками из тончайшего шелка. Если хочешь слушать, то птицы и деревья, вода в реках, а музыка издают прекрасные звуки дармы. Если не хочешь, все звуки умолкают. Пруды и реки Амриты становятся теплыми или прохладными, как того пожелаешь. Если обретое рождение в стране, где исполняется желание. В той земле совершенный Будда Амитабха будет пребывать, не уходя в нирвану на протяжении бесчисленных кальп. Так будет служить ему все это время. После того, как Амитабха уйдет в нирвану, его учение просуществует на протяжении кальп, число которых было больше песчинок реки Ган. Пусть все это время не расстаюсь с его наследником Авалокитешвара и храню истинную дарму. Когда однажды на закате дарма угаснет, на рассвете следующего дня Авалокитешвар достигнет пробуждения, станет Буддой по имени все превосходящая светоносность. Пусть в это время я служу ему и внемлюсь святой дарме. Срок его жизни будет составлять 1,066,000,000 лет. Пусть я всегда служу ему с неослабевающей силой памяти храню святую дарму. После его ухода в нирвану учения просуществует 610,300,000 лет. Пусть в это время я храню дарму и буду неразлучен с Ваджрапани. Затем Ваджрапани достигнет пробуждения, станет Татагатой по имени Царь Собрания Драгоценностей и Совершенного Достоинства. Срок его жизни будет равен сроку жизни Авалокитешвары. Пусть я всегда служу ему, совершая подношения, храня истинную дарму. Пусть после этой жизни я снова обрету рождение в этой или иной части земли и обрету непревзойденное совершенное пробуждение. Пусть я, подобно Амитабхе, приведу к созреванию и освобождению всех существ, как только они услышат мое имя. Пусть во всех воплощениях я стану проводником существ, спонтанно, без усилий, несу великое благо. Вот и так это твоя продолжительность жизни, заслуга, достоинство, изначальная мудрость и величие безмерны. О, Дармакая Амитабха, безграничная жизнь и мудрость. Будто Шакьямуни сказал, что любой, кто помнит твое имя, защищен от огня, воды, ядов, оружия, якши, ракши, всех иных опасностей, кроме тех, что является плодом созревания накопленной кармы. Я произношу твое имя и простираюсь перед тобой. Молю, защити меня от всех страданий и опасностей. Даруй благословение совершенного благополучия. Благослови достичь трех кай. Благодаря благословению неизменной истинной дарматы, благодаря благословению сокрушимой гармонии санги, пусть эти пожелания исполнятся согласно намерениям. Кланяюсь трем драгоценностям, Тадитая Панчадрея, Ава Баданая Свага. Кланяюсь трем драгоценностям. Намо Манджушрие, Намо Сушрие, Намо Утама Шрие Свага.